прошла, а началась сначала. Вот только молодость ушла до мудрости причала. И только молодость ушла до мудрости причала. А жизнь ведь не прошла, а началась сначала. Здравствуйте, в эфире программа «Смотрите, кто пришел». Моего сегодняшнего собеседника мне бы хотелось представить необычным образом. Здравствуй, Борис Георгиевич, на все четыре стороны ветра. Это поймут далеко не многие, те, кто вспомнит фильм «Россия молодая» и Ивана Рябова. Здравствуйте, Борис Георгиевич. Здравствуйте. Итак, Борис Невзоров, популярность которого началась вот именно тогда. Первый фильм, который я с вами увидел, вот это была «Россия молодая», хотя вы до этого снимались и играли, все, но это была такая, бух, взрыв такой, прямо сразу, восторг, море обаяния и так далее. Любой корабль поведешь, кормщик? Да дело не хитрое. И бури не испугаешься? Ну зачем же не испугаюсь? Нет такого человека, чтобы не испугался. Сей кормщик был злокозненно продан на иноземный корабль. Взят насильно, заточен. Так пойдешь, корабельщики, к государю? Пойти можно. Ну что ж, бумагу тебе князь воевода выправит. Мог бы и сам до меня добраться. Днюю и ночую на верфях. Да богу высоко, да царят далеко. А покуда до тебя, князь, доберешься, многим поклониться надо. А мы, люди беломорские, кланяться не больно обучены. Спина у нас непоклонная. Вы знаете, я беседую с актерами малого театра, и у всех, вот в самом начале беседы я задаю один вопрос всем. Как вы относитесь к фразе наркома просвещения Луначарского о том, что актеры – это шуты его величества народа? Положительно ли вы воспринимаете это, или это воспринимаете как издевку? Я принимаю абсолютно положительно, потому что шут – это вообще определенная ипостась, которому позволено то, чего не позволено очень многим. Поэтому, пользуясь вот этим своим положением в обществе, в общем, артист чувствует себя несколько, ну, в другом качестве, чем все остальные. Я посмотрел как-то небольшое интервью, которое вы давали, если не ошибаюсь, по-моему, «Комсомольской правде». И там вы посетовали на то, что зачастую приходится играть. Играешь, вот, вроде бы, да, там, допустим, того же Чехова, «Медведь», да, и в зале сидят люди, которые... Такое ощущение, что воспринимают это впервые. Да. Это была такая фраза. Ну, это действительно так. Я даже не знаю, как к этому относиться. То есть воспринимать это как за хорошее или за... Нет, ну, хорошего в этом ничего нет. В этом, наверное, конечно, нет ничего. Но, во всяком случае, какая-то такая твоя просвещенческая ипостась тоже здесь чувствуется. Слава богу, что народ узнает то, чего он до этого не знал. В этом есть, конечно, какая-то такая щемящая нота, но тем не менее... Ты чувствуешь реакцию человека, который это видит впервые, а это совсем другое. Ну, я понимаю, детям открывать Чехова, да, «Медведь». Я просто вспомнил случай, забавный такой был. Я захожу несколько лет назад, захожу в какой-то видеопрокат, да, или магазин видео, где продавались, тогда еще были такие магазины. И девчонки, продавщицы, они стоят и смотрят фильм «Операция Валькирия» про покушение на Гитлера. Да, там этот Том Круз играет. Они смотрят, и мужик идет мимо и говорит: да не получится у них ничего, все равно Гитлер живым останется на этот раз. Они говорят: ну зачем сказали, ну что такое? Да, вот, то есть они были в полной уверенности, что... Вот это все из той же ипостаси, да. Это так, к сожалению, это так. Что делать? Ой, просвещать, да, ну вообще как бы, ой, сейчас мы начнем, наверное, мыть, ныть и... брюзжать. И брюзжать, да. Ну, в общем, это нам осталось в наследство от определенных периодов нашего существования. Поэтому тут... Но это тупик?
Нет, да нет, я думаю, вы знаете, наше общество, оно такое, я все время думал, с чем сравнить иногда. С Фениксом. Нашу Россию, да. Нет, вот я не знаю, кто занимался, вы аквариумистикой не занимались? Нет. Если бы еще знать, что это такое. Это рыбок разводить в аквариуме. Кто занимается рыбками, тот знает. В детстве занимался. Тот знает один закон, что чем больше аквариум, тем его легче содержать, как ни странно, потому что он обладает определенным качеством, автоматически устраивает биобаланс в своей среде, понимаете? Поэтому вот мне иногда наша жизнь в России кажется таким огромным аквариумом, потому что куда... Какой гадости туда в него не наливаешь, а он настроен на некое такое самоочищение, которое... Страна еще большая. Вот, а это хорошо, потому что оно и хорошее доходит с одного конца до другого очень долго. Но главное, что и плохое тоже. Скажите, а выгодно, однако же, быть судьей? За 3 трехлетия представлен к Владимиру. 4-й степени, с одобрения со стороны начальства. Деньги-то в кулаке, да кулак-то весь в огне. А мне нравится Владимир. Вот Анна Третья уже не то. А, да. Господи, да боже мой, не знаю, где сижу. Точно горячие угли подо мною. А что это у вас в руке? Вот ничего. О театре два слова. Именно не о малом, а о театре вообще. Ну и, конечно же, и вы застали, и я застал время театрального бума. Сейчас не то время, не время театрального бума. Сейчас, безусловно, театры, я вот объясню, да, театры полные, это да. Билеты по-прежнему там и лишние спрашивают, это так. Ну, во-первых, в театры попадают далеко не те, кто действительно желает этого. И тогда же шли люди конкретно на какие-то имена, на какие-то спектакли, там, будь то «Мастер Маргарита», будь то «Гамлет» с Высоцким, будь то «Юнона и Авось», или «Дон Жуан» у Эфроса. Но все равно, да? Вот шли, знали четко все это, представляли сейчас, как пел Андрей Макаревич, когда открыты все пути, куда идти и с кем идти. В общем, барьеры сняты, и перестало вот это вот существовать такое понятие, как театральный бум. Вы согласны с этим? Ну да, но во всяком случае само театральное дело, оно как-то внутренне изменилось. Наверное, наступил какой-то такой момент стабилизации и, может быть, такой стагнации в каком-то смысле. И, как вы правильно говорили, раньше ходили на имена вот такие, на актер. Сейчас как бы баланс меняется на первую... На поверхность возникают режиссеры и, в общем, артист где-то как бы сдвигается на второй план, выдвигается некая режиссерская концепция, которая чаще муссируется, чем обсуждение. А актеры, наоборот, отступают. Чем какой-то, план. Да, актерский. Хорошо, плохо, не знаю. Ну, во всяком случае, пока это так. А что будет дальше? За власть ему всегда плачу. Свои узоры в душах я рисую, как хочу. И слабостью людской дочу из века в век. По снову всех снов я зеркало-зеркал, и я тот, кому над миром власть. Ну а как вы лично относитесь к столь популярному и модному ныне постмодернизму? Да никак. Ну никак. У меня свое мнение. Да пусть они, ребята молодые, ребята там что-то
в свое время. Я дело в том, что я сам через это прошел, понимаете. В момент самоутверждения он всегда коварен, он всегда авантюрен, он всегда тут же присутствует такой баланс, насколько я самоутверждаюсь или насколько я заявляю о себе в этом мире. А как бы сейчас вот этих заявочных фишек ведь очень много. Интернет, понимаете, появилось такое чудовище под названием интернет. Я иногда, когда туда захожу, я оттуда выхожу с больной головой. И через несколько часов. Да, да. Вот это вот такая парадоксальная штука. Думаешь, господи, ну такое ощущение, с одной стороны, иногда кажется, что все идиоты, которые существуют на белом свете, туда ринулись и начинают доказывать свое «я» в этом мире. Вот, глупых очень много. Ну, попадаются и разумные. А с другой стороны, попробуй сейчас отмени интернет, перекрой эту дыхалку, что ну, называется, да, да, запрети да. Facebook, и я не знаю, да. Как это. Поэтому тут вот такое, ну, во всяком случае, в этом интересно вращаться, это такая азартная штука, что дай бог с ним, господи, тут это момент саморегуляции опять тот же самый, а кто кого победит, не знаю, в этом есть определенная загадка жизни. Вы делаете какую-то, проводите, ну, разделяете антрепризный театр и репертуарный? Что вам ближе? Ну, это извечный вопрос. Это извечный. Да нет, не то близко, и то. Во всяком случае, есть много для меня раздражающих факторов в репертуарном театре. Там очень, на мой взгляд, там очень много бесполезных людей, которые занимаются черти чем. Вот. А антреприза в этом смысле понятие сжатое, какое-то такое... Подвижное такое. Да, подвижное, да. Легкое на подъем. Потому что, с одной стороны, но с другой стороны, вот этот тяжеловесный театр, он... Я, например, получаю огромное удовольствие от малого театра, потому что, ну, грубо говоря, когда открывается занавес... Потому что это театр. И начинается театр. И ты понимаешь, что, во-первых, это дорого, во-вторых, это как бы не каждый себе позволит. Вот. А вот в этой богатой воде довольно так интересно существовать. Да, да, именно. И как это не банально звучит, открывается занавес, начинается волшебство. И никакого голого Онегина с Татьяной в Малом театре ты не увидишь, и слава богу. Что ты вот такая? Да я бы тебя замуж бы не выдал, я бы тебя кухаркой бы сделал, а замуж бы я тебе не выдал. Ну как я теперь на улицу пойду? Как я на людей смотреть буду? Как мне теперь на людей смотреть, скажите мне? Да уйду я, куда глаза глядят, уйду. Да постой ты! Постой. Значит так, живи пока, только до глаза мне. Ну-ка реже попадайся. Теперь несколько слов о кино. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, вы, наверное, больше всех остальных ваших коллег по театру снимались. Наверное, так. Наверное, да. Да. Ну вот вопрос, который я повторю этот вопрос, я его задавал Василию Ивановичу вчера, Бочкареву. И как вы можете объяснить тот факт, что включаешь любой сериал их, будь то от «Игр престолов» до супер великолепного молодого папы итальянского Паоло Соррентино, от какого-нибудь фантазийного боевика до психологического триллера, у них работают абсолютно уникально, работают все, будь то главные герои, будь то задний план, бэкграунд, работают просто идеально, безупречно, я бы сказал, да? После этого смотреть наши произведения сериальные, да и кино, в общем-то, тоже практически невозможно. Вы можете какое-то объяснение этому дать? Ой, вы задали тот вопрос, который меня, я честно скажу, он меня волнует, как человек, который, в общем, непосредственно с этим делом связан. Ну да.
Тут столько превходящих факторов. Мы потеряли и школу, вот, такую, школу, первое такую место. Школу такую, понимаете ли, какие-то вещи трансформировались. Вот, потом как бы переход вот к этому продюсерскому кино, я все время, продюсер на меня обижается, я иногда им в глаза говорю, я говорю, старик, ну ты хотя бы среднюю школу, хотя бы на тройку бы закончил, тогда ты хоть что-нибудь понимал бы в этом деле, понимаете, очень много безграмотных людей пришло туда, там где, это же деньги. Там, ну почему, где... у нас, мы же всегда кичились своим образованием и так далее, а сейчас, когда я смотрю какой-нибудь фильм про войну, ну, я задаю себе вопрос, а вообще режиссер, который снимал этот фильм, он понимает, что это Великая Отечественная война, а не война 12-го года, 812-го? То есть да там... нет, там много, там иногда военные ходят в выложенных в костюмах, там, и там, да вы понимаете, там это куда ни, за какую ниточку не дерни, все, все, многое, многое, ну не все, но многое не то. Потом неоднократно у меня это было, когда я два раза начинал, честно говоря, снимать сериалы. Два раза, как постановщик. Mm-hmm. Я с одного ушел, отснял серии 60, и потом с другой ушел. Там он до сих пор идет этот сериал, но нет моего фамилии, моей фамилии в титрах, потому что не хочу. Не хочу, потому что я все время вот, цапался, хотя я человек очень терпеливый, я бесконечно терпеливый человек, но там, как рано или поздно настает конец, и ты бросаешь все, говоришь, да пошло оно все куда подальше, потому что с этим существовать невозможно. Но ты меня не уламывай, потому что вопрос решенный на самом высоком уровне в Кремле. Что Якутия? Ну... О лондонских делах я все знаю, и то, что Белозеров провалился с переговорами, в этом в первую очередь виноваты мы, потому что мы послали туда мальчишку. Но об этом будет разговор особый. Я говорю, что Якутия. Ну? И что предлагает? Ну, это вариант. Вполне может быть. Все документы у тебя? Да буду, я как раз вовремя буду. Все, договорились. Не хочу вот так вот огульно хвалить и Голливуд, и Европу, в общем, в этом плане, в плане кино. Многие мои знакомые и люди искусства, как говорил Жванецкий, да, они тоже говорят, что кино вообще умерло. Извините, когда я читаю интервью Спилберга, который говорит, я снял, заканчиваю съемки «Аватар 2», и я рекомендую всем зрителям, одевайте вторые штаны. Вы там, дескать, просто-напросто обделаетесь. И я начинаю задавать себе реальный вопрос. А это что, цель такая, да? Это что, задача кинематографа, чтобы обделаться в кино? Или что? Ну, удивить, конечно. Удивить, да, безусловно. Удивить, ну, не знаю, это ли цель. Ну, бывает и такое кино, бывает и... Хорошо, а наше отечественное? Какова цель нашего, все-таки, сегодняшнего кино? Есть два пути. Либо как-то пытаться опереться на духовность того старого кино, на ту самую простую историю «Весну на Заречной улице» и так далее, что осталось там, да? Малобюджетный, но зато, терпеть не могу этого слова, жизненный. Это убил бы сразу за это, да? Вот. Или идти по другому пути, это пробовать снимать, как Тимур Бекмамбетов, игральные кости крупные, которые поворачиваются, да, капли, да, падают. Да. То есть пытаться как-то хотя бы немножечко сымитировать голливудское кино. Что делать нам? Нет, мне, например, мне мой путь ясен. Например, имея такую литературную основу, которую имеет Россия, имея таких писателей, как Чехов, Достоевский, Толстой, Лесков и вот, на мой взгляд, это такой не разворошенный пласт вот как бы такого нравственно. Ведь в кино очень много значит литературная основа. Ведь то же самое, если вы говорите про Голливуд, они же хитрят, там же сценарий пишет не один человек. О-о-о. Там сценарий пишет до 50 человек. Конечно. Один отвечает за диалоги, другой за это самое.
Вот, в этом смысле у них, они люди хитрые, они... Вот, у нас в этом смысле, конечно, еще каменный век, выплывем, не выплывем. Ну так что, на духовность опираться? Ну, во всяком случае, мне это интереснее. Только ты одна будешь прежнею, только ты одна на земле. Все такой же красивой и нежною, как черемуха по весне. Хотя я и похулиганить, почему бы и в кости, почему бы там и не разбившиеся какие-то самолеты, да и даже какие-то чудища, какие-то инопланетяне. В этой условности-то тоже есть определенные, вот в этих голливудских грезах есть и тоже определенные вот эта притчевость. Конечно. Вот. Кстати, сейчас вот я не знаю, буду, не буду, там что-то вопрос пока остановилась, картина как раз вот. Не буду называть, как она, это о космосе, о том, как впервые, так сказать, был задуман. Ну, как бы прототипы были Королёв и там, вот. И вот его как раз вот там нашли такой ход, вот такого притчевого, то есть это не то, что там 50-е, 60-е, а это вот, они вот такие... немножко не натуральные, а живущие в нашей памяти такое, понимаете, вот. Нет, в этом тоже есть определенная манкость. Вы Звягинцева смотрели? Сейчас об этом же. Нет, не смотрели. Честно, нет. Но я знаю, я как бы знаю, но это мое сугубо дело. Дело в том, что как бы я не говорил, я впробовался у нее на одну картину, я не хочу называть ее, она вышла потом, она это, вот, и я долго с ним как бы беседовал и напробовал. Но если конспективно, вы можете в двух словах сказать отношения с ним? Мне это не интересно. Мне, понимаете, я чем, с вами не согласен. В каком смысле? Понимаете, вот это все на продажу. Понимаете, к сожалению, единственным каким-то ручейком попадания на Запад осталось вот это немножко сказать плохо про нас, понимаете. Вот, и на мой взгляд, как бы есть художники, я не знаю, можно к ним по-разному относиться, но что бы они ни говорили, понимаете, о высоком, о любви, о чем-то еще, но почему-то... От них несет помойкой. Там, понимаете, люди разделились по разные стороны баррикад. Одни оппозиционеры, другие, наоборот, консерваторы. Вот. А тут совершенно нет. Тут речь идет просто о художественной составляющей его картин, которая меня лично не устраивает. Вот и все. Не, просто я еще как бы у меня есть своя корыстная, потому что параллельно существует такой замечательный парень, который Юра Быков. Я у него снимался в двух разных. И дурак и майор, понимаете, у него тоже очень жесткая позиция по каким-то делам. Но я вижу, как у Юрки сердце кровью обливается, понимаете ли. А у другого человека есть некое эстетское стороннее восприятие. Вот того, именно, что стороннее. Что такое? Борис Георгиевич, у меня последний вопрос, очень короткий. О ком из живущих ныне на Земле вы могли бы сказать, я горжусь, что живу с ним в одно время? Навскидку. Это сложно. Это, потому что у меня столько есть... Нет. Хорошо. Нет, наверное, нет. Очень хочется сказать про Соломина. А я почему-то так и думал. Да. Про Юрия Мифовича очень хочется сказать, потому что это действительно, вот, наверное, вообще последний магикан, который остался. И мы все его очень любим, желаем ему здоровья и всяких таких позитивных дел, потому что... Не хочется говорить чеховскими словами, уходят наши, но, к сожалению, они уходят. Вот. И какое-то чувство тревоги в этом смысле остается внутри, потому что придет следом, пока мы не знаем. Борис Георгиевич, большое вам спасибо. Я могу вам сказать, что не хочется вот такое, знаете, выражение, на фоне сериальных лиц. На вас просто всегда приятно смотреть, что в кадре, что на сцене. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение и всего самого доброго. Где гуляли мы,
где любили мы ненаглядная с тобой широка вода, глубока вода, холодна вода. Развела волна не твоя вина.